Всем привет! Решил я выплыть за щукой в кои-то веки, что-то уже 2 недели не ходил, не пробовал ловить. Но когда выплывал, мимо меня прошли 2 лодки с моими соседями, которые сказали, что «А нету ни хрена, мы, говорит, уже тут 2 часа все промолотили, ни одной поклевки». Ну, раз выплыл, поплыл. Ой, попробую хоть немножко. Давайте пробовать. «Нету, — говорят, — щуки». Вчера ловили, а сегодня, говорят, нету. Ушла, говорят, на дальний кордон. Ну что? Где щука? Неужели и вправду не хочет клевать, блин? Но ведь быть такого не могёт. Оп, 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 оп. Щуки, говорят, нету. Как это нету? Есть? Еще раз заплыл. Попробую еще разок. Одна — это не вариант. Она ж тут не одна. Вот. Вот. Говорят, щуки нет. Как это нет? Хорошая щука, блин. Вполне товарная. Ну что, нормальная щука. Плыви. Ну вот, парочку поймал, а говорят, не клюет ничего. Все тут клюет. Просто ловить надо уметь. Вот так вот. Вот видите, траву цепляет, даже слайдер цепляет у меня. Вот, и опять трава. Сейчас объясню смысл всего происходящего. В общем, в чем смысл-то? У меня не было оснований не верить своим соседям. Они, в принципе, опытные рыбаки, 4 человека на 2 лодках. 2 часа тут плавали, ловили и ничего не поймали. Но я знаю, чем они ловят. Я знаю, чем они ловят, что они... И знаю... что в данном конкретном месте все, чем они ловят, здесь практически работать не будет. Ну, здесь надо быть, наверное, только спортсменом, типа Миши Косарева, который умудрялся здесь орбит 110 проводить, так что не сильно-то траву цеплял. А в общей массе, ну, все приманки, вот воблеры, колебло, практически все здесь сразу же начинает попадать в траву. Я не просто так показал, что у меня даже слайдер, который заглубляется на 10 сантиметров, и то периодически цепляет траву. То есть просто щука здесь вся сместилась на меляки и ушла в эту траву. То есть более-менее чистые места, они пустые. То есть щука вся начала, вот почему-то она сейчас щемится вот здесь вся в траве. То есть вот она есть, щука. Поклевки-то есть. Другое дело, что надо сподобиться ее просто поймать. Так что надо экспериментировать. Конечно, можно было бы свимбейтом, например, сибилевским, вот как я люблю ловить. Но... резина на офсетном крючке сейчас при такой низкой активности клёва, она просто работать не будет. То есть потычки будут, а по клёву, то есть поймать вряд ли поймаешь, просто потому что она бьет и в основном мимо. Вот как-то так. Ну что, попробую еще дальше продолжить. Ну что, надо поймать 3-ю и можно плыть домой. Вот, и как здесь обычными воблерами ловить? Если даже этот на себя нагреб. Вот. Вот насколько высоко трава здесь. Опа! Ну вот и 3-я.
Но совсем маленькая. Три штуки поймали. Можно, наверное, домой ехать. Блин, попробовать что ли отцепить тройник на пузе? Вот мне даже интересно. Вот она была. Так, ну что? Я смотрю, щука наша отживела. Выпустим ее, наверное. Тише, тише. О, все. Все, пошла. Вон, пошла прятаться. Я просто думал, что она травмировалась сильно. А так посмотрел, нормально. Ну что, как бы вот так у нас сегодня. Даже несмотря на то, что соседи ничего не поймали. 4 поклевки. Я считаю, это отличный результат для такого утра. Поеду домой, не буду делать никаких выводов. Выводы делайте сами, верить, не верить. Я считаю, надо просто подбирать правильные приманки к правильным местам. И все будет клевать. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте что угодно. Я поплыл. Пока.